центре российского флага располагается герб нашей Родины. Видите? Здесь изображен двуглавый орел. Юные айхальцы с удовольствием слушают рассказ о флаге России. Библиотекарь Альфира Путилова подробно описывает главный атрибут страны. Мальчишки и девчонки наперебой задают вопросы. Юных любознателей интересует многое. Я узнала про российский флаг, про российский герб, про Россию, про гимн. На них изображены цвета белый, голубой и красный. Гимн России ребята услышали не впервые. Как и положено, торжественную песню слушали стоя. Завершили патриотический урок подарками. Флажки и брелки с символами Айхала и России получили абсолютно все. Мы рассказывали детям о важных символах России. Наша цель научить узнавать государственный флаг и герб, воспитать чувство любви к родине и закрепить знания детей о государственных символах России. Увидеть сразу 36 флагов России можно в поселковой администрации. Там открылась выставка рисунков и поделок. Главный атрибут страны маленькие айхальцы не только изобразили в рисунках. Флаг смастерили из крупы, бумаги и ракушек. В первую очередь прививается любовь к родине, любовь к национальным традициям, чувство патриотизма, ну и также усидчивость и мелкая моторика, что самое главное для детей. Лучших авторов-художников поощрят на празднике. В предстоящую субботу в Айхале отметят День государственного флага. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».